Жители поселка Стригино утопали в мусоре. У них просто не было нормальных контейнерных площадок. Эту проблему обещал решить глава района до 1 октября, но со сроками опоздал. Установил контейнеры только к концу месяца. Сегодня специальная комиссия в составе Министерства экологии, прокуратуры и жилинспекции выехали на место, чтобы оценить решение мусорной проблемы. Было построено 42 контейнерных площадки. И на сэкономленные 400 тысяч заключен договор на 7 контейнерных площадок по поселку Ворошиловский. Всего их нужно еще дополнительно 72 штуки. Ситуация здесь была крайне неудовлетворительная. Поступали большое количество жалоб от жителей. Мы договорились с администрацией, с региональным оператором эту ситуацию выправить. Ситуация крайне улучшилось, мы будем держать это на контроле. Но если своевременность вывоза приведет к образованию отходов, тогда возникает вопрос к администрации.